Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 907. Нам нужно решить задачу. Велосипедист проехал 2/9 дороги. Какова длина дороги, если он проехал 40 километров? И давайте запишем краткое условие. Вот так вот оно будет выглядеть. И давайте разберемся, что нам показывает числитель, а что знаменатель в дроби 2/9. Знаменатель 9 нам показывает, что на 9 равных частей или на 9 долей был разбит весь путь, то есть вся длина дороги. И две части из этих 9 мы взяли. То есть две части из этих 9 велосипедист проехал. Проехал 40 километров, значит, две части дороги – это 40 километров. И первым действием мы можем узнать, сколько километров приходится на одну часть, то есть на одну долю. Одна доля – это 1/9, потому что у нас всего 9 долей. Для этого мы 40 делим на 2, получается 20. 20 километров – это 1 доля, то есть 1/9 дороги. А вся дорога у нас состоит из 9 частей, как мы уже сказали. Поэтому, чтобы узнать длину всей дороги, нужно 20 умножить на 9. И получаем 180. То есть 180 километров – это длина дороги. Можем записать ответ, потому что на вопрос задачи мы ответили 180 километров. И выполнили задание 907. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.